души он отдает зрителю. Едем в машине, слушаем, убираюсь, слушаю. У меня даже на телефоне напоминание стоит, когда этот день наступит, все отмечено. Слушаешь, думаешь, блин, это так же круто, как только прозвучат американские, европейские треки. Его песни такие жизненные. Тоже в пятый раз я на концерте. Концерт Элвина Грея эмоциональный, зажигательный. Это, наверное, очень такая редкая черта у человека, что он вообще не меняется вне зависимости от того, насколько он популярен. То, чего не услышишь нигде. То есть до того профессионально сделан звук, что его слышно изнутри. Сегодня будет мега круто. Почему? Потому что я сегодня отдам... Вот, я чувствую, я сегодня приду никакой домой, потому что я хочу всю свою энергию раздать народу. Во-первых, будет круто, потому что сегодня сюрприз. Будут гости, будут выступать артисты, которые, конечно, никто не знает, кто будет, но я думаю, когда они увидят, они очень обрадуются, потому что они все знают песни исполнитель. Сегодня тебя поздравляю. С днем рождения, Ради! Аплодисменты, ребята! Русские! Похулиганим в честь нашего друга. Руки выше! Всего лишь на всего хочу. Тебе понравится, тебе понравится, тебе понравится. Жизнь не знала, что ему не надо. Пожить просто им не надо. Им не надо. И жениться надо, детей надо, брат. Так что все надо. Я думаю, тебе не хватает той самой. Музыки? Той самой музыки. Музы. Виски. Да. Где? Охрана, пропустите ее. Сегодня
особенный концерт. Почему? Потому что декорация совсем другая, звук в два раза больше, света в два раза больше, и вообще наша команда становится все больше и больше. Стадионы отличаются от ДК. Почему? Потому что здесь звук летает. Здесь нужно максимально больше звука, чтобы до каждого вот зрителя прямо до сердца достучаться, нужно прямо вот побольше звука. И знаете, тут совсем по-другому. Тут выставляется дальний план звука, это прямо линейные массивы, которые отдают далеко. И ставится задержка еще. И ставится еще задержка поближе. Вот так. То есть тут все по-другому, и конечно же, когда 5000 человек подпевает тебе, это совсем другое ощущение. Девочка моя, прошу тебя, с маленьких-маленьких залов. А вообще, мое начало, это где-то 15 лет назад, я начинал с деревенских клубов, где по 50 человек, по 30 человек. И мы выступали как будто для стадиона. И, конечно же, мечтал, чтобы залы были, становились больше, и как бы география расширялась. И поэтому, когда ставишь цели и идешь к этой цели, то все получается. Просто нужно работать, работать. Сам... Сегодня будут мои родные, мои хорошие, мои слушатели. Я хочу сказать спасибо, что вместе.